Мангистауской области усилили меры безопасности на вокзале. На входе и выходе из здания станции Мангышлак еще летом установили линии досмотра пассажиров и багажа. Сейчас ведутся работы по установке видеокамер. Эти устройства смогут долго хранить записанное видео, в случае чего помогут правоохранительным органам. Недавно здесь благоустроили привокзальную территорию. Для автомобилей появилось 150 дополнительных парковочных мест. Это стало возможным благодаря переносу внешних коммуникаций. Раньше подъехать к зданию вокзала было проблематично из-за пробок. Это усложняло работу общественного транспорта и экстренных служб. Теперь правом беспрепятственного проезда смогут воспользоваться только те автомобили, на которых передвигаются люди с особыми потребностями. Для них бесплатно предоставляют также провожатых. При въезде на территорию вокзала они могут воспользоваться кнопками для вызова дежурных по вокзалу, где они могут предоставить им инвалидную коляску и пройти с пассажирами на посадку к вагонам. Работы проведены к десятилетию Муналинского района. Общая площадь благоустроенной территории составила почти 3500 квадратных метров. На модернизацию потрачено более 65 миллионов тенге.